обстановка Донецкой Народной Республики остается сложной. Интенсивность обстрелов украинской стороной за прошедшие сутки составила 27 нарушений режима прекращения огня. По территории Донбасса было выпущено 101 мина калибром 82 и 120 мм. Также применялись противотанковые средства, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Наиболее интенсивному минометному обстрелу с позиции 11-го отдельного мотопехотного батальона под командованием полковника Алексея Савич подвергся населенный пункт Спартак. Кроме этого, под обстрел попали населенные пункты Горловка, Санжаровка, Докучаевск, район аэропорта, город Донецк. Потерь среди военнослужащих армии ДНР мирного населения нет. Разведка вооруженных сил Донецкой Народной Республики продолжает фиксировать факты перемещения военной техники лишь в состав вооруженных сил Украины. Так, из населенного пункта Ласточкино в направлении населенного пункта Тоненькое отмечено перемещение двух единиц САУ. Нарушение Минских соглашений подразделения вооруженных сил Украины продолжают перемещение тяжелого вооружения и артиллерии к линии соприкосновения и не прекращают обстрел населенных пунктов и позиций наших войск из орудий и минометов калибра свыше 100 мм. Хотел бы также добавить по населенным пункту Широкино. После того, когда мы в одностороннем порядке оставили данный населенный пункт и говорили о том, что эта зона должна быть мирная, нами было замечено неоднократное нахождение там вооруженных сил Украины. Слушаю вопрос. То есть они заняли Широкино? Нет, они не заняли, они просто мародерят. Они ходят, смотрят, но возвращаются на свою позицию. Ну просто и этого не должно. Сейчас, сегодня там работает комиссия в составе миссии ОБСЕ Александр Хук, представители с координационного центра с российской стороны генерал Романчук, с украинской стороны генерал Таран, которые обсуждают дальнейшие действия, и я надеюсь, что они там смогут убедить украинскую сторону, что они должны оставить эти позиции.